Это игра симулятор гонок, которая выглядит великолепно и ощущается реалистично, и есть причина, по которой так много игроков любят асета корса. Игроки, которые не хотят ограничиваться чистым аркадным опытом, отлично проведут время с этим названием. Это отличная игра для поклонников гоночных игр с открытым миром, в которой представлено множество интересных и уникальных локаций для исследования. Также помогает то, что в самой игре есть несколько отличных автомобилей, которые позволяют каждый раз с удовольствием исследовать этот мир. Beam Drive – это игра-симулятор гонок, в которую действительно приятно играть. Разбить машину в этой игре – это скорее удовлетворение, чем разочарование из-за того, насколько реалистичной и увлекательной является механика повреждения автомобиля. Пользовательский контент гарантирует, что игроки смогут провести в этой игре кучу часов. Beam Drive и G-Drive могут быть одними из самых хардкорных игр в этом списке, но игроки, которые попадут в эту игру на раннем доступе, действительно отлично проведут время. Forza Horizon 5 не пытается изобрести велосипед, предлагая аналогичный игровой процесс своему предшественнику Forza Horizon 4, но с совершенно новой картой. Действие Forza Horizon 5 разворачивается в вымышленном представлении Мексики на удивительно разнообразной карте с огромным количеством различных биомов, которые игроки могут исследовать. Forza Horizon 5 стал огромным хитом среди фанатов и критиков, о чем свидетельствует его оценка в 92 балла от критиков и оценка в 8,2 балла от пользователей на Metacritic. Игра также показала исключительно хорошие результаты на церемонии вручения наград в конце года, получив множество наград. В том числе звание лучшей спортивной гоночной игры на церемонии вручения игровых наград. Даже несмотря на то, что Forza Horizon 5 получила всеобщее признание как одна из лучших гоночных игр с открытым миром, многие люди считают, что предыдущая игра в серии была лучше. Forza Horizon 4 внесла много долгожданных изменений в формулу, в то же время доведя гоночный геймплей до совершенства. В результате получилась фантастическая гоночная игра, которая позволяет игрокам наслаждаться пышными пейзажами Великобритании и забилующими достопримечательностями, которые выглядят потрясающе по мере того, как времена года сменяют друг друга. Это одна из лучших гоночных игр с открытым миром, которую любой фанат должен попробовать, если он хочет захватывающую бескомпромиссную гоночную игру, в которой скорость это все. Игра The Crew 2 была выпущена на ПК, PlayStation 4 и Xbox One в июне 2018 года. Игра отличается от большинства других гоночных игр разнообразием предлагаемых типов транспортных средств. Наряду с множеством автомобилей и мотоциклов на выбор, игроки также могут управлять лодками и самолетами. Цель игры состоит в том, чтобы добиться успеха в четырех автомобильных дисциплинах – профессиональных гонках, уличных гонках, внедорожных гонках и фристайле. The Crew 2 была номинирована на звание лучшей гоночной игры на премии Game Critic Awards в 2018 году, хотя и проиграла Forza Horizon 4. С каждой новой частью серии, которая поднимает серию на новые высоты, становится ясно, что у Ubisoft в руках абсолютная жемчужина, которая может превратиться в нечто волшебное, если она продолжит строить на этом прочном фундаменте. большинство людей предполагало, что Ubisoft отказалась от команды, несмотря на сдержанный блеск второй игры. К счастью, фанаты оказались неправы с выпуском Моторфеста команды, который является отличным названием для поклонников гоночных игр с открытым миром, чтобы проверить его. Игроки исследуют точно воссозданный гавайский остров Оаху, что делает для некоторых экзотических гоночных декораций красивых визуальных эффектов. Это может быть не прорыв в любом смысле этого слова, но моторфест команды является отличным названием с солидной гоночной механикой, которая заслуживает всяческих похвал. Riders Republic ⁇ это игра в жанре экстремальных видов спорта с открытым миром, разработанная и изданная компанией Ubisoft. В этой игре игроки могут заниматься различными видами спорта в огромном открытом мире. У вас будет возможность попробовать такие виды спорта, как лыжи, сноуборд, велоспорт и скейтбординг. Игра включает в себя огромную карту, которая включает в себя культовые национальные парки США и предлагает множество занятий. Среди этих занятий различные соревнования по маунтинбайку, байку включая знаменитое Red bull rampage. Первоначально выпущенная в 2008 году Burnout Paradise Remastered представляет собой гоночную игру, в которой основное внимание уделяется разрушению. Разогнайся до предела или разбей своих противников в этой высокоэнергетической аркадной гонке, созданной для того, чтобы позволить тебе часами кататься по райскому городу. Игра очень хорошо управляется и обладает некоторыми крутыми визуальными эффектами, такими как тряска экрана или фонтаны искр, вылетающие из-за вашего автомобиля, когда вы несетесь по улицам города. Ты окажешься не только за рулем автомобиля, но и время от времени будешь переключаться на мотоцикл. В игре также есть многопользовательский режим и режим копы и грабители. Многие поклонники гоночных видеоигр считают, что этот жанр застопорился. Это справедливая критика, так как в этом жанре есть много игр, которые выглядят одинаково и на самом деле не привносят ничего нового на стол. Так что приятно видеть, что Need for Speed, Unbound решила интегрировать уникальный внешний вид и стиль в визуальные эффекты. Они помогают игре выделиться и выглядеть свежо в жанре, переполненном названиями, которые все используют схожую эстетику. На самом деле нарисованные от руки визуальные эффекты и два дымовых следа в Need for Speed Unbound выглядят настолько уникально, что некоторые поклонники гоночного жанра на самом деле находят это визуальное изменение неприятным, что является свидетельством того, насколько застойным стал гоночный жанр в наше время. Гонки и Need for Speed Unbound являются солидными, и исследования открытого мира – это взрыв. Даже если для некоторых игроков рутинная работа по получению новых автомобилей может быть немного раздражающей. Первоначально выпущенная для PS4 и Xbox One, Need for Speed Hit представляет собой гоночную игру с открытым миром, в которой есть дневной и ночной режимы. Днем вы можете участвовать в санкционированных гонках, позволяющих вам зарабатывать деньги на покупку новых автомобилей. Ночью вы можете принять участие в нелегальных уличных гонках, которые приносят вам репутацию для покупки нового снаряжения. Оба времени суток переключаются и не являются динамическими. В игре также есть приложение, позволяющее вам настраивать свои автомобили со своего телефона. Игра выглядит как действительно забавная аркадный гонщик, но, возможно, немного безлюдный, когда дело доходит до населения мира. В любом случае, гоночная часть выполнена на высшем уровне. Japanese Drift Master – это дрифт-игра, действие которой происходит в Японии. Игра, которая проходит в формате открытого мира в городе на берегу озера, позволяет вам зарабатывать деньги на мероприятиях и инвестировать в различные автомобили. Атмосфера и звуки автомобилей в игре сделаны довольно хорошо. С достаточным разнообразием транспортных средств, это может быть игра, которая обеспечивает приятный игровой процесс в течение длительного времени. Japanese Drift Master предлагает километры различных дорог, вдохновленных реальными и хорошо известными местами. Исследуйте туристические достопримечательности вокруг озера Хикама. Испытайте свои навыки на спусках с горных перевалов или прокатитесь боком по густонаселенным городским кварталам. Кроме того, вы можете персонализировать свой автомобиль и насладиться вкусом японского стиля модификации. Игры уже давно используют концепции открытого мира, и в результате в 2024 году стоит обратить внимание на тест-драйв Unlimited Solar Crown. Игра намерена использовать современные достижения в области технологии, чтобы предоставить вам наилучшие впечатления. Вы сможете играть в игру так, как вам нравится, с точки зрения того, как вы выглядите, на каких машинах вы ездите и как вы их водите. Вы можете сосредоточиться на существующих чемпионатах или просто ездить по острову Гонконг, чтобы просто расслабиться. Вы даже можете пригласить своих друзей и посмотреть соревноваться с ними. С кучей машин и мест для вождения вам определенно понравится это название.